Привет всем. Что делать, если у вас появились панические атаки? Особенно, если вот они проходят без каких-то ярко выраженных причин. Значит, прежде всего нужно посетить эндокринолога, проверить гормоны, щитовидную железу. Дальше следует сделать общий клинический и биохимический анализ крови, сделать электрокардиограмму сердца, обязательно проверить надпочечники и при возможности сделать МРТ головного мозга. Если серьезных нарушений у вас после этого не выявлено, следует обратиться к специалисту психологического профиля. Можно напрямую ко мне, либо присмотреть кого-то, кто также специализируется на панических атаках. Важно понимать, что панические атаки – это не приговор, это не смертельно, и при правильном подходе их можно довольно быстро вылечить. Берегите себя.